Приветствую всех любителей рыбной ловли. Сегодня вот мы с Андрюшенькой Суховым, давно его не бывало, едем на рыбалку. Отдыхала бы на фидер, я на спиннинг, все по ходу дела буду рассказывать. Звук, конечно, не одного, вот и камеры, но как есть, так есть. Будем еще звук писать на фотоаппарат в дальнейшем. А так, ты еще педальки покрутить маленько, пол дороги мы уже поехали, пол пути сейчас, ну повеселее, дорожка будет. Дорожка хреновенько, дорожка сама по себе плохая будет, но зато лесок, полянки, такая романтика уже. Из города выехали, намного поприятнее. Ну что ж, вот мы уже добрались до места. Начинаем потихоньку собирать снасти, сматывать. Вот выставили палатку уже. Друзья тут были, развели костер. Сами уехали не на лодке, мингать. Я сейчас тоже буду тем же самым заниматься, соберу спиннинг и буду ловить рыбу пробовать. Ну, Андрюха собирал пидор, он будет пидорить сегодня, а я спиннингить. Расскажем, что к чему. Я ловить буду сегодня на два спиннинга, не одновременно, естественно, а постепенно. Сегодня я хочу начать с микрожигового спиннинга. Это первый спиннинг, который сегодня буду использовать. Графиты лидер Газанте, катушка тысячного размера, ну, под микрожиг. Маленькие две строчки взял с собой, также взяты. Ну, большое количество, в основном рычки всяких разных производителей. Ну не только ручки, много всего всякого своего взято. Второй спиннинг — это Black Hole Pro Team. Твичевый спиннинг, тестом от 3 до 12 грамм. Катушка, кстати, вот поставил, первый раз буду пробовать ловить на катушку от фирмы Cast King, которую выслали мне недавно. Она палочка для твичинга, как я уже сказал. Так что с собой коробочка вот с лоблерками. Различные воблеры, и взял под этот спиннинг еще, возможно, буду пробовать крупные джиговые приманки. Ну, всевозможные твистеры, виброхвосты, не знаю, если дело дойдет, может, их попробую. Но пока сегодня начнутся с микроджига. Сейчас вот этот пакет с приманками заберу с собой и отправлюсь покорять местный коряжник. Как это все будет происходить, вы, естественно, увидите. Ну, Андрей сейчас будет замешивать приконку и ловить на фидер. Тоже периодически будем показывать, что дело там. Посмотрите, в каких замечательных местах я живу. Правда, живу я километров 15 отсюда. Может, даже побольше. Но все-таки здесь даже просто побывать, даже рыбы не поймать, уже приятно. Согласитесь, кругом лес, полянки, грибочки, ягодки, красота. Ну а рыбу я обязательно сегодня поймаю и покажу это вам. Сейчас только дойду на место и буду вниз по реке спускаться обратно к Андрею по берегу. О том, как проходила рыбалка, я уже озвучку сделаю дома. Ну что ж, микроджиг сам по себе подразумевал, что без рыбы ты не останешься, и первая же поклевка принесла мелкую щучку, грамм 150-200. Конечно, небольшой улов, но все-таки результат какой-то начался. Продолжаем искать рыбу дальше. Проводка очередной приманки, и на крючок садится мелкий окунек. Пробовал разные приманки, не заморачивался, тестировал, но рыба на микрожиг отказывала, ну как, клевала неактивно. Видимо,
еще не совсем остыла вода, либо в ямы коряжнику не спускается. Я имею в виду окуня. Скоро, ближе к осени, или там в сентябре, в октябре, он скатится в коряги, и весь улов может быть достигнут только в корягах, хороший улов. А в траве, уже где-то в таких местах, на мелкоте, окунька уже искать будет тяжелее. Делаю проводку около очередной коряжки. Частенько не опасает даже осетник, и очередной попавшийся окунек завел куда-то под корягу. Но помучившись, я все-таки его достал. Поняв, что на микрожиг ловить еще рановато с коряги, я решил, так как у меня были с собой небольшие вертушки, дойти до струи. Знаю, что в струе рыба есть, первым, кто мне попался на крючок, оказался небольшой подъязок. Отличное место для рыбалки, пока теплая вода, свежий кислород поступает в таких местах, множество укрытий для хищника и... Ну, такая рыба, как подъязок голов, любит стоять в такой вот струйке. Ну, и, естественно, попадается и другая рыба. Вот окуньки и, как вы сейчас увидите, бешеная щука клюнула. Даже назвать ребенком щуки даже не подходит. Но если так разобраться, длиной щука сантиметров 12. Плохо, что весы не показали бы, сколько она весит. Весит она грамм 15-20, наверное, такая щука. Но уже у нее просыпается охотничий инстинкт. Дальше уже клевали в основном все окуньки. Только в конце рыбалки удалось поймать подъязочка. Так что я решаю сейчас в данный момент не напрягать ваш мозг с лишними разговорами, а просто несколько минут насладиться той рыбалкой, которая проходила, которой наслаждался в свое время я. Посмотрите, оцените. Окунь размера ультралайт. Где же голавль? Крупный яйц.
5 номер. Первый день рыбалки у нас подошел к концу. Мы половили немного рыбы на спиннинг, на джиг. Не очень хорошо клевало. На иркутку хорошенько так я половил в конце рыбалки, сами видели. На струе рыба стоит, не крупная, она стоит. Дыха плыл. На фидер немного рыбы. Ельчики, здесь плотвички. Ну крупного ничего нет, ни у меня, ни у него. Опыт тоже есть клевое. Сейчас темно уже стало. Я тем более спиннингом уже давно завязал. И Андрюха тоже решили завязывать. Перекусили. Сейчас посидим маленько, отдохнем. И пойдем спать. А завтра с утра будем продолжать нашу рыбалку. Я попробую на воблера половить. Джикру ставить точно не буду. И на блесну попробую на той струе еще половить тоже. А так, все отлично. Ветер вроде стих, так особо нету. Водка тихонькая. Прохладно довольно, но думаю, сладко ничего не пить. До завтра. Так что, что? Теплее стало, тоже кажется. Так что поначалу ветер был, наверное, из-за этого. Прохладно казалось. Все, увидимся с утра.